Наш дом культуры функционировал уже в последние годы. Мы занимали только третью часть, остальное было в аварийном состоянии. И вот сейчас в рамках капитального ремонта мы отремонтировали весь дом культуры. Это большой концертный зал, кружковые комнаты, гримерка, оборудован санузел, которого в старом доме культуры вообще не существовало. И проведено тепло такое на хорошем уровне. И сейчас мы уже приняли своих воспитанников. У нас есть 3 танцевальные группы, есть ансамбль «Серебряные росы», это пожилого возраста, есть среднего возраста у нас ансамбль, есть творческие коллективы маленьких детей и подростков. Вообще у нас 12 клубных формирований работает. Для Андамского сельского поселения это, конечно, очень большое событие. Дело все в том, что в этом поселении очень активные жители, с активной жизненной позицией. И те коллективы, которые вот здесь занимаются, их более 10, они участвуют в очень многих фестивалях, во многих конкурсах, концертах и районных, и даже областного уровня. И вот такой обновленный дом, конечно, очень был нужен жителям. Это будет новый импульс для развития культуры, в том числе народной культуры, на территории Андамского сельского поселения. Здорово,